Ежедневно наркотики уносят жизни людей. По всему миру наркомания была и остается страшной бедой. Сегодня в России проблема смертельно опасной зависимости разрастается в геометрической прогрессии. Периодически употребляют либо знакомы с наркотиками больше 18 миллионов людей по всей России. Чтобы уберечь себя, своих близких и друзей от болезни 21 века, надо в первую очередь иметь понимание того, на что можно себя обречь, попробовав их хотя бы раз. А также пресекать все попытки злоумышленников заработать, торгуя этой отравой. Так в Щелково прошел очередной антинаркотический рейд. Ребята из молодежного клуба «Ровесник» совместно с сотрудниками Щелковской администрации прошлись по улицам города, закрашивая опасные номера телефонов. Дело в том, что наркоторговцы используют здания, фасады наших жилых домов, заборы в качестве билбордов для размещения незаконной рекламы наркотиков. Проводятся на постоянной основе рейды с участием членов антинаркотической комиссии в Щелковском районе, общественных организаций, волонтеров по закрашиванию этой рекламы. Активное участие в закрашивании и уничтожении рекламы принимают управляющие компании. Итак, антинаркотические рейды проводятся с целью закрашивания вот таких вот номеров. Чем меньше народа их увидит, тем лучше. Участники рейда прошли с баллончиками по улице Сиреневой, Талсинской, Парковой, Комарова и Пушкина и призывают каждого не оставаться равнодушным. Можно создавать в каждой беседе, в ВКонтакте, в Инстаграме записи о том, что не будьте равнодушными, не проходите мимо. Давайте вместе поможем избавить город от этой гадости. Мария Буржинская, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».